Вы так в этом уверены? На людях отражается то, какими методами правят вожди. Уничтожая преступников у власти, ты лечишь сердца и души простых горожан. Наши враги не согласились бы. О чем ты? Каждый из тех, кого я убивал, говорил странные вещи. Они ни о чем не жалели. Даже умирая, они оставались уверенными в своем вот успехе. Именно. Думаю, что их что-то связывает. Хотя они и не признавали этого. Есть разница, Альтаир, между той истиной, о которой говорят, и той истиной, что мы видим. Большинство людей не замечает этой разницы. Так проще. Но в твоей природе замечать. Задавать вопросы. Что же объединяет этих людей? Ну а как ассасин, ты должен подавлять свое любопытство и доверять повелителю. Ибо истинного мира не бывает без порядка. А для порядка нужна власть. Вы изъясняетесь загадками. Сначала говорите, я должен замечать, потом, что не должен. Как это? Ты получишь ответ, когда тебе не нужно будет задавать вопрос. Вы вызвали меня не для того, чтобы читать лекцию. Хорошо. Ты вновь повышен в звании и получишь снаряжение. Осталось еще два правителя. Ступай и лиши их власти. Ну ладно, в этот раз мы тоже тебе доверимся. А, кстати, ребят, голоса, надеюсь, нормально слышны персонажей? Не слишком ли это дело тихо? Так, стоп, чего там мы получили? Балансировка и уклонение. Так, новая способность, мастерство меча, повреждения. На нас снова нападет парень во дворе. Угу. Он снова будет пытаться заставить нас потренироваться. Стоп, не сюда, мы куда-то не туда забрели. Нет, я не буду тренировать твоих учеников, отстань, противный. Альтаир, плевать. Похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. У тебя глупые может, ученики, мне тебя жаль, отпусти. Отпусти. Нет, понимаю, я против. У тебя много дел. Ну, сейчас бы величайшему ассасину Альтаиру чего-то там кому-то объяснять. Нет, я сам многого не знаю, поэтому не будем позориться. Так, мы отправляемся в Акр. Там еще один правитель, который якобы чем-то мешает ордену ассасинов. Так. Да, вот здесь наша цель. И мы сразу пойдем не в бюро, а мы пойдем сразу к окраинам. Мы пойдем сразу собирать информацию. Легче, убив нескольких преследователей. Желательно убив всех преследователей, да, это проще. А, окраина это подход к городу, да? Ну да. И нам теперь нужно... А, еще добираться до города, но стоп. Мы сможем, надеюсь, без препятствий пройти? Нет. А, там стоит стража. О, смотрите, старик сейчас заплачет. А, там спасти горожанина? Нет. Ты не монах. Твой бог от тебя отвернулся. Вас без... Привет! Тварь... Ай, понял, хорошо, не дурак. Ты чё, слышь? О, все, отлично. Загрелся. Ну что, мы теперь это мастера меча же, да? Так, минус один. Камера. Оло. Так, минус два. На пять штук всего, это враги, что ли? Даже врагами язык назвать их не поворачивается. Так, отлично, два штуки остается. Воу. И последний. Не, нифига не последний, еще на... Да вы упоролись! Откуда вас, возможно, стоило спасти горожанина и пробраться в город тайно, но... Мы же великие ассасины, мы должны действовать скрытно и не поднимать шума, правильно? Альтаир полностью соответствует этим критериям. Воу-воу-воу, что-то мы нож бросили. Ладно, бывает. А все равно я ими не пользуюсь. Так что особо жалеть не будем его. Ну, может, вы уже разбегаться начнете? Нет? Вас конкретно слишком много.
Так, Альтаир, живем. Так, ну, лежачих мы добиваем, мы не настолько честные. Фух, вроде справились, да? Да, все. Незаметно проникли в город. Не поднимая тревоги. И это, иди посмотри, там на входе кое-что тебя ждет интересное. Ну ладно, ему не интересно. Уйди. Так. Так, так, так. Где мы еще не были? А, мы еще вот в этом районе не были. И вот в том не были, и даже вот в этом не были. Но сначала давайте разблокируем центральную. Нет! Так, мы отправляемся сразу в центральный, к центральной точке обзора. Возможно, там мы сможем раздобыть какое-то новое расследование, чтобы узнать больше об этом правителе. Где тот, кто заварил эту кашу? Да, они не будут, да, точно, они вообще ничего не заметят, если будут мертвы. Идеальная стратегия идеального ассасина. Это все, что ты можешь? Так, так, так. Только не бросайте свои вазы, пожалуйста, мне под ноги. Альтаир этого тоже пугается и начинает терять равновесие. О. Лолиным голосом она зазывает нас на помощь, но мы знаем, что это не Не-не-не, второй раз мы на это не поведемся. Альтаир, давай, прыжок. Вот, отлично, умница. Правда, не сюда, но не суть. Так, а мы допрыгнем? Нет. Конечно же, нет. Не волнуйтесь, мне норм. Я не пострадал. Без паники. Все хорошо. Все в порядке. Так, Альтаир, давай. Во, мы движемся в правильном направлении, определенно. Будет обидно, если мы здесь ничегошечки не найдем. Время делать ставки. Альтаир выживет после этого прыжка веры или нет? Это на самом деле уже интересно. Может, правда стоит бросать монетку? Да кто? Сейчас бы стрелу, он целится уже. Альтаир, у меня к тебе есть хорошее предложение. Давай-ка мы прыгнем до того момента, пока нас собьют. Полетели. Лети, он же стреляет. Альтаир, да... Сохранение, отлично. А ничего, что лучник в этот момент по мне стреляет, пока идет сохранение. Я, конечно, все понимаю. Нет, ладно, придется нам все-таки сходить в бюро Азазинов. Мы хотя бы узнаем, в каком районе... А, так стоп. Богатый район, ну вот же, очевидно же. А, но по пути, да, по пути бюро ассасинов, поэтому давайте зайдем. О, так стоп, здесь же будет Малик. Послав орды воинов-язычников к нашим стенам. А здесь будет Малик, та самая мразь, которая нас ненавидит, и у нас к нему абсолютно те же самые чувства, они взаимны. Я к нему тоже особой любви не питаю. Но он на самом деле как-то странно заполучил артефакт тамплиеров. Как-то очень-очень странно, ведь с этим не справился даже сам великий Альтаир. А какой-то Малик непонятный вообще. Хрен пойми, кто это, что это за ассасин такой. Он почему-то с этим справился. Ну, не подозрительно ли это? Так, послушаем снова его ЧСВшные разговоры. А, нет, это не он. Я перепутал. Ты на самом деле желаешь искупить свою вину? Я стараюсь. Порой ты хорошо справляешься. Я полагаю, работа нас воссоединила. Да. Вильям Монферрат — моя цель. Что можешь сказать о самом человеке? Вильям назначен регентом на время отъезда короля на войну. Многие считают выбор странным, но ввиду произошедшего между Ричардом и сыном Вильяма, я думаю, план короля неплох. Какой план? Ричард и сын Вильяма Конрад во многом не ладят. На людях они не показывают виды, но ходят слухи, что они таят злобу друг на друга. Еще и тот случай с плененными сарацинами. В результате Конрад вернулся в Тир, а Ричард заставил Вильяма остаться в Акре в качестве гостя. В смысле заложника? Как тебе угодно. Именно поэтому Конрад ничего не предпринимает. Я не силен в политике. В
Все твои действия влияют на будущее этой страны. Ты тоже политик. В некоторой степени. Возможно. Где мне стоит начать поиски? Цитадель Ричарда, это к юго-востоку отсюда. А лучше рынок напротив нее. Или собор Святого Креста. Там всегда полно разговорчивых горожан. Наконец, границу портового района с районом госпитальеров на западе. На твоем месте я бы начал с этих мест. Прекрасно. Не буду более тебя беспокоить. Манклевер, привет. Рори, на самом деле во всем виноваты тамплиеры, как обычно, как обычно. Именно из-за них у меня слетели сейвы вчера. Именно из-за них сегодня у меня игра не видела геймпад. В общем, да, даже до тебя их влияние, я смотрю, добралось. Так, 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 да, нам по-любому нужна эта точка обзора. Здравствуйте! Твою мать, неудачно, ладно, полетаем. Думаешь, сможешь меня одолеть? Ну, думаю, да. Не должно быть это проблемой. О, все. Отлично. Я пока не совсем понимаю мотивы ассасинов. Короли уехали готовиться к войне. У них там свои дела. Они оставили вместо себя людей, которые следят за городами, странами в то время, пока они отсутствуют. Неужели отсутствие правителей пойдет на пользу? Неужели не начнутся времена какой-то великой смуты? Не начнутся времена там борьбы за престол? Ну, хотя короли-то живы. Но все равно. По сути, пока они уехали. Альтаир, господи, Рори, я пытаюсь отомстить, но ты видишь, что из этого у нас получается. Если вас обнаружили во время битвы... Это был отличный прыжок веры. Просто пластом на... асфальт. Это лучшее, что Альтаир только мог сделать. Так, но тем временем мы разблокировали эту точку обзора. Больше мы на нее не полезем. А-а. Мне хватило и одного раза. Ой, это тамплиер, между прочим. Ну, Рори, начнем свою месть, да? Тамплиеру-то. Ау! Не очень. Чё-то не очень, честно. Ну, в принципе, Альтаир, давай, тыкай его. Все, минус тамплиер. Было несложно. Изи, просто изи. Ну, Альтаир, кстати, в воду тоже прыгает очень удачно. У него это получается лучше всех просто. Так, еще одна точка обзора. Ну, надеюсь, здесь-то мы выживем. Мне очень бы этого хотелось. А где? Ага, а вот. Здесь уже впору, наверное, создавать список смертей Альтаира в то время, когда я за него играю. А, по-моему, нас заметили. Так, Альтаир, давай по-шустрому это сделаем и теперь свалим отсюда. Ты же прыгнешь в этот раз нормально? Все, Альтаир, полетели. Летит. О, даже хорошо приземлился. Все. Ай, понял. Так. Женщина. Не мешай. Да говорю же, не мешай. Ну, заняты мы. Раздражают. Мои прыжки вообще классные, топовые. Особенно в каменную солому. Это я могу, наверное, лучше всех остальных. Так. Кого бы нам обокрасть? И где? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не понял. Не понял. А где? Так, вы там разминулись, да? Ага, окей. Чё, нельзя? Ну что еще?
Вон они стоят, я так понимаю, где-то там. А можно? Это, ребят, я вот монах. Нет, нельзя. Под монаха мы не катим. А, ладно, да понял я, понял, но... А если так? Да ладно, да что ты, ну... Да все хорошо. Мне дважды повторять не нужно. Так. Ай. Ай, ну, я был близок. Короче, нужно зачистить здесь этих ребят, а потом будем уже красть. Первым делом небольшая мясорубочка. А там уж будем разбираться. Ну, не сказал бы я, что их здесь мало, ага. Ну, кто следующий? Кто тут? Самый смелый тамплиер. Хорошо, что это не настоящие, не эти, не тамплиеры в красных шлемах. А ты что тут здесь стал-то, а? Вот с ними там уже начинаются проблемки. А добивай лежачего же, ну как так вышло-то, ну вот же он почти был готов. О, все. Ну теперь-то я готов к кражам, да. Кто это сделал? Ай-яй-яй. Кто же мог это сделать? Так, сейчас мы по-быстренькому. Оп, все. Ну, как так вышло-то? Сколько вас здесь будет бегать? Мне бы это застелситься, там украсть мне еще кое-что нужно. Ладно, подождем. Да ладно, я его тоже видел. Погодка хрень полнейшая. Дожди. Утром вообще какой-то ливень был стрёмный. Ну хотя вот сейчас дождь вроде прекратился, но... все равно нормальной погоду я бы не назвал. Да так, типичная осень, вот прям на 100% осенняя погода. Никакой там ранней весной и близко не пахнет. Так, ну что там у нас по краже? Да кто это мог сделать? Ни шагу дальше. Понял. Не дурак. Не, ну вы посмотрите-ка. О, все, все, можно зафиксировать? Нет, нельзя зафиксировать, его друг куда-то свалил. Так где ты? Давайте мы тогда отбежим. Куда-нибудь подальше. И сейчас попробуем вернуться в надежде на то, что тот напарник, с которым он разговаривал, вернется. Вечером, а кто его знает-то? До вечера еще дожить нужно, а там уже будет видно. Но сегодня у нас точно будет один стрим. А, вон же, их двое, их двое. Ты вошел туда так легко. Крепость же закрыта для всех. Это так, но Вильям хочет, чтобы ремонт закончился как можно быстрее. Это нам на руку. Отличное прикрытие. Я закончил свой отчет, нужно... Рори, спасибо. Первый раз дела складываются в нашу пользу не по случайности. Даже Библия говорит, Бог поможет тем, кто поможет тебе сам. Нет, на самом деле это из басен Эзопа. Библия вообще-то говорит, как... Что-то у него юбочка-то привстала у этого парня. Пока он точно нормальный? Тебе. Ну, я бы сказал, вы тоже это видите? Немало. Тут я с тобой согласен. Ладно, я пошел. Это крайне странно. Это вообще нормально? Мне точно следует идти за ним в какие-то темные переулки? Ничего хорошего из этого может не выйти. Оп-оп-оп-оп-оп. Идеально. Забытые сооружения могут не... Чего? А, ладно. Ну, это было довольно странно. Хорошо, что с Альтаиром ничего не случилось. Не особо приятное действие было. А можно мне пройти, пожалуйста, только тамплиеров? Да ты, тварь, на! Сам язычник. Оп.
Кто это сделал? Кто это сделал? Только брось меня какую-нибудь вазу, я тебя найду. Он промазал, окей. А попасть внутрь? Ну, внутрь мы по-любому попадем. Да-да-да, ты меня догонишь. Так, еще... Ох, что-то как-то это... Высоковато. Точка обзора это. Так, ой, простите. Простите. Мимо проходил. Подслушать ничего нельзя, нет? Ну, вроде как все тихо. Простите. Но получаем мы лишь смерть. Так. Допрос. Не приносите себя в жертву изменчивым прихотям короля. Нам нужно нам три расследования завершить. Мы должны полагаться на людей непоколебимых в своих убеждениях, таких как Вильям Монферрат. Пошли. У меня к тебе есть дело. Пойдем. Я проведу. Я покажу. Раскричался он здесь на улице. Вы посмотрите. Уходи. На него. Нам как бы нужно в укромном месте, но я чувствую, у нас укромное место может стать любым. Любое совершенно место может стать укромным, если перебить стражу рядышком. Ну, стражи я здесь не наблюдаю, да? Так, слушай, пацан, отойди, пожалуйста. Не надо меня беспокоить. Да, все, короче, я устал за ним бегать. А, вот те... Я знал, что те твари не просто так здесь ходят. Я чувствовал. Все, хватит. Чего ты хочешь? Золото? У меня есть немного, забери. Ну, было бы неплохо. И уходи прочь. Не золото, мне нужна информация. Ой, дурак, ой, дурак. Ты знаешь Уильяма, как мне к нему попасть? Это невозможно. У него встреча с королем. А когда король уезжает? Сегодня. Но тебе это не поможет. Они опять поругаются, и Вильям, как обычно, пойдет срывать злость на своих людях. Ричард кричит на Вильяма, а Вильям кричит на воинов. Он не примет тебя. Я тебе уже сказал, что я иду к Вильяму, а не Вильям принимает меня. Тогда прощай. Не так быстро. Есть нечто, что я у тебя заберу. Жизнь? Да. Твою жизнь. Идеально. Так, никто ничего не видел? Никто ничего не видел. Никак. Не обращайте внимания. Все хорошо. Итак. Нам осталось последнее расследование, после которого мы сможем забежать в бюро ассасинов. И тогда точно мы уже получим задание на убийство нашей пятой цели. Так, во, я вижу телегу с соломой. А значит, рядышком... Альтаир, нет, не так. А значит, у нас рядом есть точка синхронизации. Во-во-во. Так Альтаир прикидывается монахом. Вообще беспалевный монах, весь обвешанный оружием. Не палимся. Альтаир, вот молодец, молодчинка, ты прям можешь. Вот достаточно просто руки сложить, и все, и все грехи Альтаира куда-то исчезают. Его перестают замечать. Альтаир, в чем твоя проблема сейчас? Ага. Не, есть у тебя определенные проблемки, Альтаир, есть. Куда мы теперь полезем? Ну, как бы по-хорошему ты можешь вот так наверх залезть, но нет. Ладно. Давайте искать другой путь, куда Альтаир сможет забраться. Тоже, между прочим, нет, тоже не все так просто. Казалось бы. Так, Альтаир, ну мы это... Будем залезать, нет? Ага. Стой, здесь ты не пройдешь. И я не собираюсь, я просто смотрю.
Не очень-то мне и хотелось. Колонна, видимо. Стой, здесь ты не пройдешь. Ой, все. Ой, все, отстань. Не смей. Так, давай, Альтаир, давай. О, господи, давай. Так, стоп, нам нужно сюда. Потом на ту сторону, там есть штучки. Вот ты ж тварь, дай мне только забраться. А где он, мудак этот? Я его просто даже как бы не вижу. Вот в чем вся проблема, где ты? О, ну сейчас бы я к тебе туда шел. Ну, знаешь, я не ленивый, я могу исходить. Нет, в пень тебя не пойду я к тебе. Слишком опасно. Ну, посмотрим. Собьет, не собьет, собьет. Хватайся, Альтаир, пойдем все-таки выясним с ним отношения, потому что спокойно мы не залезем, пока этот мудак здесь. Летай. Что, научился летать? Да, вроде бы научился. Ну все, можно теперь смело выезжать дальше. Так, пойдем, пока нас там ищут. Альтаир, не так. Вот так, пожалуй. А схватиться? Ага. Ну, боже ты мой. А ты-то здесь откуда взялся, мудила? Ну что ж, не так-то. Что? Давайте просто попытаемся понять, как это вышло, как это возможно и что только что сейчас было. Альтаир явно под спайсами, потому что по-другому объяснить, почему он полетел, как будто он решил искупаться на бетонную стену, на бетонный пол, точнее, я просто по-другому объяснить, ну, никак не могу. Что с ним не так? Так, Альтаир, ну вон, ты не можешь туда... Боже ты мой, как же все сложно. Ну давай, тащись. Вот так, отлично. Теперь сюда. Ну больше-то в нас никто не должен ни стрелять, ни бросать вазы. Поэтому полезли. Давай быстрее, пока они там не очухались. Это вечно так продолжаться, я думаю, не может. А, вот где была зарыта собака-то. Вот. Давай. Залезай. Ути, умница какой. Можешь ведь, когда захочешь. От мудаки, на тварь. Да, только после тебя. Ну что, все. Ага. Да, очень занятные баги Анимуса на самом деле. Так, ну, куда? Да, видимо, туда, но это не точно. Уходи. Ты-то откуда здесь взялся? Ты где вообще? Ой, пошел ты в пень. У меня свои планы на то, и свои взгляды на то, что мне можно, то, что мне нельзя. Мы же играем за ассасина. Дефектный, да, я же говорил. Я еще на первом стриме говорил, что можно мне взять, пожалуйста, другого ассасина, который просто пластом не будет падать на бетонный пол. Он столько раз пытался выпилиться просто так, ну типа, а почему нет? Боже, что за пирамида? Куда мы вообще лезем? Она там заканчиваться собирается, нет? Вроде как да. О, Альтаир, ты это... А где? А где здесь точка синхронизации? Простите. Так, Альтаир, мы сейчас свалимся нафиг. О, боже. Держись, братишка, давай. Да... Держись. Возможно, это и есть точка синхронизации. Да, это и есть точка синхронизации. Сейчас мы еще попробуем прыжок веры совершить. Какой-нибудь поэпичнее. Сейчас мы солому только найдем. Так, где солома? Короче, я думаю так. Куда мы прыгаем, там и солома. Поэтому... И... Никогда еще, Альтаир! Так, не ошибался. Черт, там не было соломы. Вы можете отвлекать врагов мертвыми телами. Своими мертвыми телами я могу врагов отвлекать, да? Это так работает?
Я уже отвлекаю врагов своим мертвым телом. Это был просто... О, стоп, чего? А. Это был просто бесподобнейший прыжок веры в исполнении Альтаира. Как обычно. Хрен пойми, есть там солома, нет там соломы. Только по полету Альтаира можно понять. Когда полоты тамплиеры, точно. О, я прям чувствую, что нам сюда нужно. Так. Да. Во, лезем. Там где-то рядышком должна быть точка синхронизации. Так, полезли. А, сейчас мы попробуем попасть в солому. Не знаю, насколько у нас это дело получится. Ни шагу дальше. Ох, и сейчас чувствую. Ну-ка. А нет, не началась синхронизация раньше времени. Ну что, повторим, попробуем. А сейчас главное прицелиться, найти солому. Есть там солома вообще снизу? Есть, смотрите-ка, все норм, полетели. Чпоник. О, все, снова выжили. Отлично, это явно хороший знак, но я по-прежнему не наблюдаю еще одного расследования. А где? Придется лезть еще на одну вышку, чтобы понять, где там, кого нам нужно. Здесь никто ничего там не обсуждает случаем. Так, стоп. Я слышу голос. Сейчас, вот если бы не тамплиеры. Нет. Дабы распространить благую весть Господа нашего, но они отвернулись. А, информатор! О, отлично, все. Мир и покой тебе, брат. И тебе того же. Похоже, уже не будет ни того, ни другого. Впрочем, все понятно. Я был неосторожен, и Вильям послал за мной лучников. Самому справиться с ними мне не по силам. Ты можешь отыскать их и убить? Да, прохождение. Что полезное, если ты согласишься. Но да, Фокс, живой. Тебя не должны заметить. Так, незаметное убийство лучников. Чё, почём, сколько? А, временного ограничения у нас нету. Ну, не так-то и много лучников нам надо вырезать. Сейчас мы этим делом и займемся. Мне не привыкать вырезать лучников. Так, а чё, где? Где-то рядышком. Ага, значит, на той платформе, скорее всего, будет стоять. Окей. Он точно разобьется. Я вовсе не собираюсь ему помогать. И как бы, знаете, вот эти разговоры этих ребят, они, возможно, были бы шуткой по поводу того, что он разобьется. Но, учитывая то, сколько раз я разбивался, они не шутят, они прям вангуют на самом деле. Так, что по лучникам? Ну-ка, вот же где-то... Стоит тварь, ни о чем не подозревает. Так, и последний где-то должен быть. Так, а потом же нам еще вернуться в бюро ассасинов надо бы по-хорошему. А, тихо, не убивайся, Альтаир. Не нужно, ты еще слишком молод, погодь. Главное не создавать лишнего шума. Я прыжок этот пластом тоже запомню. Потому что так Альтаир у меня еще, по-моему, ни разу не умирал. А, все, возвращаемся. Боже ты мой, да падай ты уже хоть куда-то, хоть вниз, хоть вверх. Давай хоть так. Вот, все, отлично, мы справились. Скажите, зачем он это делает? Жить ему надоело, вот зачем он это делает. Это Альтаир, ничего нового, удивляться этому явно не стоит. Это еще не самое глупое, что делал Альтаир за те часы, что я в эту игру играю. Так, ну все, лучников нету.
Наконец-то я снова вздохнул спокойно. Возьми эту карту. На ней указано, где Вильям расставил своих лучников. Идеально. Она пригодится, если ты решишь проникнуть в его крепость. Бог одарил его своей милостью. Ну, а не запрещено ведь, типа, это... А, молюсь, где хочу, вот, все норм. Эта земля станет нашей, как и должна. Ничего удивительного, ничего нового, все нормально. Главное, что мы не вызываем подозрений. Так, сейчас мы получим разрешение на убийство. Ах ты ж тварь! Не-не-не, вот пьяных тварей вырезать, вырезать всех подчистую. Ай-яй-яй, а кто это? А кто это мог сделать-то? А вывод прост. Нехрен бухать и ходить потом в центре города и приставать к ассасинам. Он бы еще 2 августа выпил и пошел на площадь. А вот примерно то же самое его бы там, наверное, и ждало. Так, это же 5-й, да? Ах ты, мудила! Прекрати, ты делаешь мне больно. Что его так напугало? Это 5-й, в смысле? Почему? Умри. Кто это сделал? Без понятия, кто это сделал. Кошмар какой-то. Знаешь, можно бы и поосторожнее. Хам. А, ну, все, дой. Так, 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 так. В общем, едем куда? Вроде бы сюда и мы должны доехать. Это же 5-е убийство. Вроде бы, если я правильно помню. Да, определенно 5-е. Останется всего 4. И тогда Альтаира должны будут Чё? Альтаира должны будут восстановить в полномочиях. А, впрочем, ничего нового. Это был снова Альтаир. Снова ему захотелось выпилиться, и там случайно стояло... Телега с сеном, впрочем, ничего нового. Альтаир, ты вернулся так скоро? Да, я все выяснил, давай. Я сделал все, как было велено, и вооружился знаниями. Говори, а я послушаю. У Монферрата большое войско, многие зовут его хозяином, но и у него есть враги. Он не ладит с королем. И никогда не ладил. Это мне на руку. Визит короля его сильно расстроил. Как только король уедет, он отправится в свою крепость, чтобы все обдумать. И пока он будет занят мыслями, я его убью. Уверен в своем плане? Абсолютно. Я выкручусь, если что-то пойдет не так. Тогда иди покончи с Монферратом, и достанет свободен этот город. Рори, я ни одного невиновного не убил. Я убиваю попрошаек и пьяных. А как бы и те меня бесят, раздражают и не вызывают никаких чувств сожаления, либо чего-то подобного. Ну а чё они пристают к ассасину на задании? Это как бы того. Они должны видеть, что у человека как бы нож за спиной торчит, у него меч сбоку. И приставать к такому человеку, ну определенно не самый лучший выход и не самое лучшее решение. Возможно, они просто хотят выпилиться и ищут просто первый удобный способ для этого, но что поделать? Так себя вести. Так, с вот этим парнем должно быть уже посложнее справиться. Возможно, его там будет охранять целая армия, судя по тому, что мы о нем узнали. Не тебя убивать. Ну, да, в принципе, оно так это и работает. Не меня убивают, нормально, хорошо. Просто при первом прохождении, когда я пытался выполнить все эти доп. Задания, я пытался спасти абсолютно всех горожан и сделать вообще абсолютно все возможное, все, что здесь есть, собрать все флаги. Тогда вот эти ребята меня настолько сильно выбесили, что у меня пригорает до сих пор. Я просто помню эти моменты. Они столько мне крови попили. Я просто не испытываю после этого никакой жалости к ним. Давай-ка мы обратно залезем. Ну, почти. Здесь еще паркур, он такой себе. Альтаир часто, очень часто делает не то, что от него требуется. И вот эти вот еще
нехорошие люди дополняют картину злости. Так что на них мы просто отрываемся, что ли. Так, наверх я лезть определенно не хочу, поэтому лучше мы пройдем по земле. Это будет явно быстрее, чем мне пытаться паркурить. Так, мы чертовски близки к успешному пятому убийству. Нет, пожалуй, туда и мы тоже не пойдем. Нам бы по земле... Не, видимо, по земле не лучший вариант. Кстати, на Ютубе лаги, я смотрю, прекратились, что ли, или нет? Или все еще там бред творится? Просто что-то слишком-слишком часто Ютуб начинает косячить. Во! Во! Чё-то мы оказались не в том месте, видимо. 3000 жизней, Вильям. Их нужно было держать в тюрьме и ждать, пока мы не обменяем их на сколько наших людей. Сколько здесь солдат? Сарацины бы не выполнили свою часть сделки, ты сам это знаешь. Я оказал тебе услугу. О, да. Невероятную услугу. Теперь они разговаривать с нами не станут. Разве что на поле битвы. Я хорошо их знаю. Смерть их воинов вселит в них ужас, а не ярость. Ответь мне, как же ты так хорошо знаешь врага, если с головой ушел в политику и уже забыл, что такое бой? Мои действия верны и справедливы. Ты поклялся хранить посланное нам Богом, Вильям. Но делаешь ты нечто иное. Ты все это разрушаешь. Очень суровые слова, повелитель. А я думал, что заслужил твое доверие. Что ты говоришь, Вильям? Рори, возможно. Ты, Акры, ты правишь вместо меня. Это не доверие? Или тебе нужна моя корона? Да, это король. Хотя это не ново. Я бы предпочел не тратить впустую свое время, а заняться войной. Мы продолжим в следующий раз. Но нам нужно вот этого со странной стрижкой. Ваша светлость. Так, король уехал, а наша цель осталась. Мне кажется, таким, как он, места в новом свете нет. Вот он. И дальше нас не пускают. Скажите войску, я хочу поговорить с ним. Мне нужно, чтобы каждый делал то, что следует. Любая халатность будет караться. Я Альтаир? Сегодня не в настроении ни с кем возиться. Альтаир? Да, господин. Побежали. Господи, со мной. Ну... Отлично, сколько возможностей мы уже упустили. Была такая возможность его прирезать. И проход как раз был. Но нет же, нет. Мы будем стоять и смотреть. Ведь так важно, что он скажет своим подчиненным. Альтаир, я тебя когда-нибудь утоплю. Эй, я тебя где-то видел. Не, тебе кажется. О, слушайте. Слушайте, он явно нарывается на грубость. Ладно, пойдем мы тогда. Не хочу я что-то поднимать здесь тревогу. Ничего хорошего из этого не выйдет, наверное. Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. Определенно ничего хорошего не выйдет, если мы заагримся на всех этих людей. А, не, я ухожу. Я ухожу, я понял. Не стреляйте, не стреляйте. Я уже... Меня уже там нету. Чпоник. И главное, что никто ничего не видел. Так. Я понял. Нам в идеале нужно пробраться по крыше. А меня здесь и нету, тебе кажется. Он не признает нашего вклада в общее дело. Он не прав. Да что он понимает? Так не стыдно. Тихо, тихо. Так, ну что? Замолкните на время. Да, его слова жестокие, ой. Но не безосновательны. Ой. Все станет понятно, если вы присмотритесь. Изъяны везде. Мы без помощи... Ой. Все. Это край. Или еще нет. Да сколько же их тут? Ой-ой-ой. Это все, походу. Мы влипли. Можно было по стелсу, но... Я и стелс, это такое себе.
Да в смысле убийцу идти? Я вроде еще никого... А, нет, одного все же убил, ну да. Каюсь, бывает. О, труп исчезнул, это он еще летать не начал. Бывает здесь такое иногда. О, так вот же наша цель. Иди сюда! Спрятался он там за остальных. Ну, послушаем его объяснение. Да что ты знаешь о моих планах? Я знаю, ты хотел убить Ричарда и посадить на трон своего сына Конрада. Конрада? Мой сын тупица, не способный ни управлять армией, ни оставить королевство. Ричард? Он ничем не лучше. Ослеплен верой в иллюзии. Он далек от мира. Акра не принадлежит ни одному из них. А кому же? Город принадлежит его жителям. Как ты смеешь говорить за жителей? Ты воровал их пищу, нещадно карал их, загнал их в свою армию. Я готовил их к вступлению в новый мир. Крал их пищу? Нет. Я заимствовал еду, чтобы распределить ее поровну, когда наступит голод. Посмотри вокруг. В моем районе нет преступников, кроме тебя и тебе подобных. Загнал людей в армию? Но я не учил их сражаться, обучал лишь порядку и дисциплине. Разве это зло? Благородны были твои намерения или нет, но твоим действиям нужно положить конец. Посмотрим на плоды твоих действий. Ты несешь в города не свободу, как думаешь, а проклятие. И в итоге во всем винить ты будешь лишь себя, говорящего о благородных намерениях. Он тоже, кстати, не похож на последнего мудака. Его слова тоже определенно имели, наверное, какую-то долю правды, что ли. И вот если все это правда, если все, что он говорит, правда, тогда мы в большом-большом дерьме. Ну, точнее, не мы, Альтаиру, насрать, как и мне, в принципе. Но вот жители этих городов, они в неприятной ситуации. Если мы и правда сеем лишь хаос в их жизни, то печально. Не, ну здесь мы, конечно, влипли. Здесь их слишком много. Ладно, придется отбиваться, что ли. А, тамплиер. О-о-о-о-о-о-о, полегче, полегче. Я понял. Все, мы в жопе. Сейчас одно неверное движение и минус Альтаир. Добивай тамплиера! Да солдаты вообще драться не умеют. Если вы деретесь в рукопашную, стражники не вмешиваются. Их тупо много. Ау. Во-во-во-во, полегче, Альтаир, полегче. Он должен устать. О, у меня появилась классная мысль. Пока, ублюдки. Давайте, кто устанет первым? Лети. Давайте, давайте. Полетели. Так, ты тоже лети туда. Черт, это проблема. Ну ладно. Возможно, я загнал себя в угол. Возможно, это было не самое правильное решение, но... Что поделать? Ать, нет, лети. Ты тоже лети. Не, все же, возможно, решение было правильным. Ау, они в своих стреляют, или мне кажется? Ай, Альтаир, беда. О, флаг собрали, отлично. Во всем стоит искать плюсы. Действительно, по-моему, они в своих стреляли, серьезно. Не, убежать вариант, но... Мы же Азазин. Зачем нам убегать? Алекс, я тоже ненавижу, там много тамплиеров, да. А вот те в очередях люди, это определенно тамплиеры и кассиры, которые постоянно закрывают кассы свободные. Это тоже тамплиеры, не иначе. О, ты что ли остался? А чё ты висишь там? Ну-ка, не левитируй! Нарушает он законы физики, и главное, меня еще и еретиком называют. Ладно, залезай, все, хорошо, все. О, все, отлично.
Ну что ж, с убийством мы удачно справились, и теперь нужно снова вернуться в бюро ассасина. Вот, кстати, куда мы могли спрятаться. Да, здесь прямо стояла эта будочка. Ну, что бы... Кто ж знал, что все так просто? Да, в супермаркетах вообще годно. Так, здесь можно где-то сделать прыг куда-нибудь? О! Идеально, идеально. Мы даже выжили после этого. Убейте его! Не убивайте его! Да ну зачем? Мальтаир, ну что за... Давай, полетели. В смысле, пошли. Летать пока не нужно. Альтаир, давай, так в смысле? Так, боже, что он делает? Что за странное телодвижение, когда нужно бежать со всех ног? Он почему-то постоянно делает что-то не то. Он явно хочет меня довести. Нет, это не я. Не-н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 е. Это даже на меня не похоже. О, флаг. Не знаю, зачем мне эти флаги нужны, но... Ау! Между прочим, больно было, если что. Да, ну зачем? Ну, что я вам сделал? Пустите. Так, я не хочу обнажать нож, я не убиваю людей. О, здесь тамплиер. Пошли вы нафиг. Не-не-не-не. Ой, слезай. Слушай, мы не туда пошли. Альтаир, ну, зачем? Да я знаю, что меня пинают по КД. Ой-ой-ой. Беда. О, вот, все. Лохи освободили мне дорогу. Черт, а что дальше делать? А, ну да. Все, отлично. Пошли они в пень, короче. Че-то устал я от них бегать. Где же он может быть? Охренеть. Че это с ним? Ему там нормально? И чё? Ну ладно. Это был просто топовый момент, когда этот бедолага пришел, вот так посидел на меня, посмотрел, и все, и понял, что там никого нету. А, боже. Это пошли вы, и я пошел по своим делам. А мне еще до бюро азазинов нужно добраться. А это на самом деле не так-то и просто с моим-то паркуром. А, там флаг, но... Нет, флаг того не стоит. Он ни разу не стоит тех мучений, через которые мне придется пройти, чтобы его забрать. Не понял. А вот сейчас... Слушай, а вот сейчас я просто не понял, что было. О, все, так-то лучше. Тихо, спокойно. Никто не мешает. Ну, сюда мы должны куда-то забраться. Да, ладно, полезем по крышам. Полезем по крышам ровно до того момента, пока не свалимся. Коварнейший план. Баги в ассасине... Ох, первый ассасин... В первом ассасине, да, это... Можно контента наклепать на эту тему очень много. Но странно, когда я первый раз играл, подобного не было. Возможно, проблема в процессоре новом и видеокарте. Не думаю, что стоит это исключать. Возможно, на новых железяках оно работает как-то вот так. Потому что я не помню, чтобы у меня хотя бы раз было такое, что я падал в солому, а солома была каменной, и у меня был минус Альтаир. Так, давай. Ну, скрестили пальцы и надеемся, что все будет хорошо. Чпоньк. Да, все хорошо. Фу, пережили. Вылезай. Эй. О, опа. А мы снова бухаем, да? Ну, привет. Это не человек был, если что. Ай, вот а стоило ли оно того? Удачи!
Да не убивайте вы, чё вы? Ой-ой-ой, ай-яй. Слушайте, у меня снова проблемки. Не то чтобы большие, но... Ай, ладно. Видимо, нам все ж наверх. Так, стоп, это было лишнее. Хватит бросаться вазами и горшками. В ассасина! Ну вы наркоман достали. Все, короче. Это я зря пришел сюда, видимо. Видимо, падать все же не стоило. Ну ладно, выбора у нас нету. Поэтому будем их убивать, что подделать. Так, окей. Блин, если бы мы за это хотя бы деньги получали или что-нибудь, но нет, мы их просто вырезаем. Просто потому что хотим. А, да, истинный ассасин. С ассасиньей сущностью. Ой. Так. И снова набегают новые. А, это уже не смешно на самом деле. Да их здесь слишком много. Я бы хотел, знаете ли, глянуть статистику, сколько я перебил уже тамплиеров за вот это прохождение. Что-то мне подсказывает, что слишком даже много. Не, мы справляемся. У меня даже фулл ХП, они даже не ударили меня толком. Это ж все, это истинный уровень мастерства ассасина. Не зря я здесь перебил пол армии тамплиеров. Такие уроки напрасно не проходят. Чпоньк! Отлично! Ой, сглазил. Ой-ой. Ай-яй, слышишь? Тихо. Да, лучше... Лучше здесь не каркать. Иначе все может быть печально. О, все, идеально. Все, я пошел, я больше не хочу. А-а, спасибо, конечно. Было весело и все такое, но я, пожалуй, попытаюсь выбраться отсюда, если это возможно. Да ладно! А больше никто не прибежит, нет? Ну, надеюсь, что нет. Надеюсь, что это последний выживший. Чпоньк. А, в смысле ты выжил? Вот. Теперь-то все нормально. В общем, лучше мы пойдем по верху. Там меньше шанс нарваться на вот этих вот мудаков. Альтаир. Давай. Ну, в чем проблема-то? Ну, неужели ты не можешь? Можешь. Видишь, можешь, когда за... Ой. Сейчас проблема, понимаете, не в том, чтобы там... Кого-то убить или что-то в этом роде. Нет. Сейчас проблема в том, чтобы добраться тупо до этих, до этого самого, того самого, до бюро ассасинов. Ай, господи, зачем? Просто в этом вот вся проблема. Альтаир, зачем? Зачем? Ну неужели так сложно ухватиться за ту хреньку? Во-во-во, давай. Нет, стоп, оттуда нужно прыгнуть. Да паркур вообще топовейший, фу. Я сам в шоке от того, что происходит. Ну, кстати, мы близки как никогда. А, зачем? Боже, Альтаир, как ты до сих пор выживаешь, я просто не понимаю. Как ты дожил до такого возраста? Вот, наверное, что вот что стоило спросить. А. Вот истинный паркур от бога. Вот как нужно приземляться. Чё? Чё только что было? Тамплиеры летают. Ну ладно, пойдем тогда. Дождь из тамплиеров закончился. Настали безопасные времена. Фу, блин, что-то мне не по себе стало, когда тамплиер упал. Убирайся с глаз моих.
Да в смысле сломанный? Нормальный ассасин. А, ну, в плане того, что лицензия, вот, все, это даже не пиратка. А, здесь, понимаете, даже нельзя сварить на то, что это пиратка забагованная с какими-то там кряками нерабочими. Нет, лицензия, в ней именно творится такой бред, боже. Что нового? Вильям Монферрат мертв, а с ним и его предательские планы. Хорошая работа, ты не дал ему получить акру. Почему сейчас, когда крестоносцам так нужно единство? Он мог подождать? Подождать чего? Когда король вернется и раскроет его план? Нет, сейчас самое время для мятежа. Странно. Я думал, он отдаст город Конраду. Но он сказал, что это не входило в его планы. Не верь словам змеи. Она даже при смерти плюется ядом. Я поговорю об этом с Аль-Муалимом. Да, друг мой. Поторопись в Мусиаф. Я уверен, он жаждет новостей. Да, и мы повысим... Перемотка на более поздний участок... Свой ранг ассасина, ага. Так, возвращайтесь к Аль-Муалиму. Да, давайте. Если вас обнаружили, путь к побегу можно расчистить, сбрасывая... Нас до сих пор учат, как убегать от врагов. Подойди, Альтаир. Расскажи об успехах. Я сделал, как вы приказали. Хорошо. Я вижу, ты глубоко задумался. Расскажи, о чем. Каждый, кого я убиваю, говорит мне загадочные слова. Каждый раз я прихожу к вам за ответами. И каждый раз получаю лишь загадки. Ничего больше. Кто ты такой, чтобы требовать большего? Я тот, кто убивает. И если вы хотите, чтобы я продолжал, хотя бы раз поговорите со мной прямо. Выбирай слова, мальчик. Мне не нравится твой тон. А мне не нравится ваша ложь. Я дал тебе шанс вернуть потерянную честь. Не потерянную, отнятую вами. А теперь вы суете ее мне так, как подачку. Молодец, Альтаир, давай. Найти другого. Жаль. У тебя был большой потенциал. Думаю, если бы у вас был другой, вы бы давно заменили меня. Вы сказали, что я получу ответ, когда мне не нужно будет задавать вопрос. Я его не задаю. Молодец. Я требую ответа, что связывало этих людей. Что ж, резонно. Эти люди были связаны. Клятвой на крови, но не такой, как наша. Кто они? Non nobis domine, non nobis. Тамплиеры. Теперь ты понимаешь влияние Робера де Сабле? Все эти люди, правители городов, командиры армий. Все поклялись в верности его делу. Их действия нужно рассматривать в совокупности, верно? Но что же им нужно? Власть. Им нужна святая земля, но не во имя Бога, а для самих себя. А Ричард? Салах ад-Дин? Все, кто встанут на пути тамплиеров, будут уничтожены. Поверь, у них хватит на это сил. Их нужно остановить. Для этого мы и существуем, Альтаир. Чтобы избавить мир от такого. Но почему вы скрывали правду? Чтобы ты сам раскрыл тайну. В нашем деле знание предшествует действию. То, что ты узнал сам, ценнее полученного даром. Да и твои недавние поступки не располагали к откровенности. Ясно. Ой, странно все это. Твое задание осталось прежним. Изменилась лишь мотивация. Вооруженный знанием, я смогу лучше понять оставшихся тамплиеров. Ты хочешь узнать что-то еще? Что за сокровище Малик вынес из храма Соломона? Робер отчаянно стремится получить его. Со временем ты узнаешь, Альтаир. Как открылась тебе роль тамплиеров, так откроется и природа сокровища. А пока удовлетворись тем, что оно в наших руках, а не в его. В твоих, Аль-Муалим, в твоих, не в наших. Ты вновь повышен в звании. Возьми оружие. Пусть оно послужит во славу братства. Альтаир, пока ты здесь? Да. Откуда ты знал, что я не убью тебя? Честно говоря, я не знал. Это был порыв веры. Угу.
Да, Рори, три хроники же. Ну, вариант, кстати, Алекс, очень даже вариант. Дед бородатый ничего явно хорошего не сулит. А новое оружие, дополнительные ножи, которыми я не пользуюсь. Ну, отлично. Награда просто топовая. И нам по-прежнему нужно убить последнего. Последнюю нашу цель, которая находится в Иерусалиме. Но сделаем мы это после небольшого перерыва. 5 минут и продолжим.